Даже мама? Ну, пчеленок дает. Мы полдня его искали, а он спал. Да, мы вот тоже, бывает, спим по полдня, но нас никто не ищет. Точно! Так значит, моя мама тоже очень переживает за меня. Где-то там, на Луне. А можно как-то отправить письмо на Луну? Это тебе к нашему ученому мотылю надо. Он на Луне давно повернут. Смотри, моя скорлупа. Сейчас я кое-что покажу. Ух ты! Она полетела на Луну. Если забраться на вершину той горы, скорлупа может так улететь? Вполне возможно. Извините за беспорядок. Ты что, правда на Луну собрался? Дедушка Мотыль сказал, что сегодня будет последняя ночь лунного сияния. Мы обязательно должны успеть забраться на гору до восхода Луны. Я скорлупу потерял. Докладываю, скорлупа ниже по курсу. Какие странные камни. Ловлю. Ничего себе, с ума сойти. Впереди нас ждут удивительные открытия. Мне кажется, я найду на Луне много новых друзей. Только вот такого, как ты, никогда. Подожди, Лунтик! А вдруг ты вообще не долетишь до Луны? Я все равно должен попробовать. Лунтик. Возвращение домой. Ничто нас теперь не остановит. Ничто и никто. Даже многоножка. Прилуняемся 29 августа. Только в кино.